Восторжествует ли политика небес по управлению потомками Адама? Или опять политикан и бес удавкой галстуком задушит два удава? Кто мною управляли этой ночью, следы оставив на моей постели, останусь цел или зловонья клочья, к какому берегу приблизиться сумею? Искусно управляя государством, не позабудем ли при внутренней бедлам? И встречусь ли с Христом, как Савл из Тарса, когда в гонении не выполнил был план? Услышав тот же голос Иисуса, смиренно вопросить, что повелишь мне делать? Все члены также в страхе сотрясутся, с лицом, как стенка, извести белея. Спаситель чудно изменил маршрут, дал карту будущих скитаний и испытаний. Уверенность уже братья не сожрут, и день победы в вечности настанет. Умение управлять самим собой, какое поприще безбрежный полигон. Диктатором над плотью может стать любой, подвижник выдвинется, не сиборит пижон. Политикой займусь уже с утра, за прегрешение без завтрака оставлю телеса. И не замыслиться на спор и на ура, здесь на ее доле плаща, а только к небесам. Помощников хороших, вице, замов, ищу в каталогах из прошлых увлечений, сокровища в запасниках тех самых, из опыта от прошлых лишь зацепки, щепки. Суммирую стылые резервы, на передовую выдвигаюсь с вооружением новым. Обещано последующий быть первым. Политик над душою я под знаком Иеговы. 15 октября 2005 года.